Всем привет! Сегодня у нас снова на ремонте Тагаз Соната. Четвертая. Что на этот раз? На этот раз у нас шаровая. Шаровая фирмы Фэбест. Будем ставить каталожный номер 1220EF. Давайте посмотрим, как он выглядит. Выглядит он следующим образом. В комплекте уже идет гайка. Все отпечатано. А вот выглядит как старая шаровая, которую мы уже с другой стороны поменяли. Смотрите, какая, да, она мощная. Вот сейчас вот. Внушительный размер. За что определенно плюс. То есть металл какой, посмотрите. Порядка 2 сантиметров. То есть, уши здесь уже не вырвет. Все довольно-таки надежно выглядит, по крайней мере. Первым делом снимем колесо. Использовать мы будем домкрат фирмы Зубр. Тест 70. Офигенный домкрат. Всем советуем. У нас уже больше полгода. Полет идеальный. Все четко. Спускаемся в яму и смотрим, что шаровая у нас стоит ровно так же, как и на девятке. Единственное, что на девятке она поуже, вот этот профиль, раза в три, ну и масса, соответственно, девятки чуть-чуть поменьше. То есть для того, чтобы снять шаровую, нам необходимо два болта, раз, с другой стороны два, и гаечку. В принципе, проблем особых не должно возникнуть. Сейчас, наверное, снимем сначала здесь гаечку. Затем уже открутим, ну, затем выбьем и открутим вот эти две. Давайте приступать. Рычаг здесь, как мы видим, очень мощный. Поэтому пару ударов молотком ему никак не повредит, которые мы нанесли. И шаровая вот она. Уже слетело. Все замечательно. Сейчас скрутим 2 на 17. И все круто. Пока все идет на лайте. Слава богу, все пошло. Иначе было бы тут геморрой. То есть болт мог сломаться, остаться там. И тогда была бы проблема века. Но у нас два болта открутились вообще без проблем. Шаровую снимаем, ставим новую. В принципе, то есть вот здесь, скорее всего, стояли оригиналы. А здесь на 22. Нужна головка здесь на 17. Соберем не оригинальную вот эту, как это фирма-то была, фирму Фэбест, и скажем, что да как. Ну что, все собрали. По времени минут 15-20 это занимает. То есть сделать легче, чем на Жигули, на Ладе передний привод. Поставили назад вот этот же, эту же гайку на 24. Новая в комплекте была вот такая пиздюлинка со шплинтом, которая мне не очень нравится, потому что шплинт, смотрите, он стоит внизу, шплинт будет весь мяться, загибаться, потом будет ебатория его менять. Стояла такая гайка, такую же поставьте и забудьте. Конечно, можете вот так вот, и вроде бы как в районе колеса она более-менее, но в принципе, ну нахер она тогда нужна, видите, где шплинт, где дырка и где гайка. Хуета полная. Поэтому не советую вам. Ну, в следующий раз на обслуживание приедет, посмотрим, что с ними стало. Так что давайте, всем пока. Ставьте лайк, поддержите наш канал подпиской. Всем пока-пока.